Оракул, я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Олсом? Точно. А, табачок. Боулс уронил свою фляжку. Пьянчуга. А? Теперь можно идти по запаху спирта. Его оставил бурбон Фрэнка. Оракул, я взял след. Отлично. Иди по следу. Я собираю материалы по Архиму. Любую информацию. Позже может пригодиться. Идем по спирту. След слабеет. Я выбрал неверный путь. Код безопасности оранжевый альфа. Окей. Альфа. Фа, ха, 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 ха. Э, черт. Шутник. Где этот чертов лифт? Почему Джокер на свободе? Тише. Что происходит? Нет, Бимен. Джокер пока не хочет, чтобы ты шел за нами. Царапинка появилась. Пистолетик. Комбо сломали. Отдай мне свою трубу. По морде ногой, так, о, пунк. Бэтмен, как все идет? Вышел на отца? Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня. Сбросила на меня лифт. У нее получилось? Хм, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Такой тупой вопрос. У нее получилось? Нет, блин, он с тобой говорит. Как у нее могло получиться сбросить на него лифт, а? О, тупизм. Пожалуйста,
Это жестоко. Оракул, люди Джокера захватили проход к тюремному блоку. Дело плохо. Я перехватываю радиообмен охраны. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я настроен на режим, чтобы отыскать бандитов с оружием. Идти в открытую — самоубийство. Нужно подумать. Найти другой путь. Я нашел. Так вот по-тихому. Толстенькие. Наверное, мне лучше предупредить мальчиков, что ты уже в пути. А, может, не надо? К чему портить такой сюрприз? Нет, Джокер им никогда не скажет, это же Джокер. Он такой харизматичный персонаж, он даже лучше Бэтмена. Но он как бы более запоминающийся, да. Ну, Бэтмен в Африке Бэтмен, а Джокер... Это не было очень уж тихо. Пока. Так, ладно, меня спалили. О, да. Так, где они? Не боюсь, бать. Бесшумно так, опа. Насквозь я тут прошел. Да, пиксели. Так, давайте, поехали. Поплыли по плану. Ребята, я с вами. Ведь я чертов Бэтмен. Вот так вот. Потихонечку. Так даже быстрей. Ха. Чё, круто, чё? Еще одно улучшение. Какое? А я не могу улучшить. А, вот и наш.
Похоже, Джокер догадался, как я выследил Гордона. Следы офицера Боулса кончаются здесь. И его убили. Мертвый конец. Да. Такой, мол, чё? Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота. Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боулс был один? Сначала я так и подумал. Но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то похожий на комиссара. Боулс мертв. Его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Ну окей, мы тогда по тем временем пойдем дальше. Еще одна. Не знаю, стоит ли за ней идти. А, я даже не могу. Нужна специальная вещичка. Кто Nokia потерял? Заткнись. О, ну нам сюда как бы... Пока ничего усложнения с загадками у нас в этой игре нету. Нет, они будут. Второй раз прохожу игру. Я вам признался, честно. Было бы здесь поменьше разговоров, я бы говорил больше. Но так, на самом деле, 2 месяца не было. Как бы привыкание к старым вещичкам. Только так забраться. Оки-доки. Так бегает, я не знаю, у него жопа квадратная. Арк. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Аркхиме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Араку.
Я знаю, что не туда. Оставайтесь с коллегами. Я положу этому конец. Немедленно. Потихоньку пойдем по стелсим. Хо! Ни хрена себе. Усыпил. Взял так за морду. Черт, хэдкраб чертов. О, комбо. О, достижение. Последний остался. О, да. В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может пригодиться. Конечно. Ой. Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Так. Я действительно раз долго искал. Я просто сижу здесь, смотрю путь. Если кто-то из вас... Adventure Time. Выбирал. Это трубка Гордона в подарок от Барбары. Он не мог просто так ее бросить. Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Араку, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Дверь заблокирована. По табаку. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. О, да. Эти вещички Бэтмена. Там только наши. Наверное. Но снова, мол, снова пройдем по... По морде так, опа-на. С вертухи. Эй, черт. Ой, опять хрюкнул. Где наш табак? Охранник здесь. А так. На, опять все комбо потерял. И убили.
Красивее. Искать обходной путь. Там его поищу. Табачок. What the fuck, куда я пошёл? Я там что-то вижу. Я просто сижу здесь, смотрю путь. Если кто-то из вас, дорогие отростки Блэкгейта, заскучает, приходите сюда. Вы досмотрите пол, открывая дверь, чтобы не испортить сюрприз. Куда теперь? Piece of fucking shit. Входной путь искать. А сейчас обратно иду. Куда я пошел? Заблудился. Ну, что поделать, с кем не бывать. Ну, по идее. О, да. Так, не прыгай, Бэтмен. Мега Баттлфилд. Разрушимость. Так, давайте. А-та-та, пойдем дальше. Тут все пишет, кто-то мешают. Штука лидера. Ну ладно, давай что возьмем, что не взять, оно сквозь прошло. О, я думал опять открывать. Ну ладно, так, о, путь. Сейчас будем. А, черт. Докторов спасать. Сюда что делать? Хочешь? Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Да, обязан. Ну а что там? Нет, я пойду проверю. Я не знаю, что там, но я пойду проверю. Мне надо знать. А, то же самое. Только более обходняк.
Так, здесь меня, конечно же, спалят. Меня спалили. Теперь вот так вот придется. Тогда спалился по-тупому, по-детски. Урон сканер. Здесь ничего. Доктор Бэтс. Отстаньте вы от меня. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не упусти его снова. Короче, меня сейчас убьют. Бэтмена убили! Как мило! Летучая мышка прикорнула! Добейте её! Не заново саму игру, что такое? А, окей, фух. Запамятовал слегка. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Лечиться. Вот так лучше теперь, когда они не на стрёме, не на взводе. Он не видит еще. Ну и отлично. Опа. Такс. Потому что нас спалили, мы пока довольно нормально справляемся. Ну, это бой слишком шумный. Бесшумное убийство. Теперь вы в безопасности. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход, но вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли. Нужно помочь им. О, боже. Я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился к хирургу. А доктор Ян пошла в рентген. Понятно. Вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Бэтмен спас нас. А я раньше не верила, что он и правда существует. Как ты?
мы в порядке. Бэтмен нас спас. Она не верила, что Бэтмен существует. Что? Ладно, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами, как всегда, ваш покорный слуга Чази Fucking Charles. Слово fucking заело во мне. Подпишись на канал, чтобы не пропустить дальнейшее прохождение по Бэтмену, а также, когда дойдет 8 частей, то и по Darksiders 2 одновременно, и в кооперативе Payday 2 потом будет, наверное. Все. По-детски сейчас прощаюсь, потому что 2 месяца не работал. Чего от меня хотите, а? 2 месяца ленился. Ладно, месяц. Все, пока.